Месячник правовой грамотности стартовал в Медеузском районе Алматы. Мероприятие организовано в рамках реализации программы «Рухани Жангару». Опытные юристы, адвокаты, медиаторы, а также представители госорганов ежедневно оказывают бесплатные консультации по различным правовым вопросам. Компетентные ответы специалистов можно получить как офлайн в будние дни с 10 утра до 17:00 часов, так и онлайн посредством WhatsApp мессенджера. Если у вас возникли вопросы, можете обратиться по номерам, указанным на экране. Мероприятие продлится до 25 августа. Прием проводится в ЦОНе Медеузского района с соблюдением всех санитарных норм. Ежедневно за консультацией к нам обращаются сотни человек, сотни людей. У каждого абсолютно разный вопрос. Но если рассматривать самые популярные проблемы, с которыми сталкиваются алматинцы, это мошенничество, это алименты, это невыплата там, заработной платы. Вот с такими вопросами к нам очень часто обращаются.